Индекс Московской биржи показывает признаки начала коррекции. Здравствуйте, коллеги, в эфире Ильдар Нургалиев. Это обзор по понедельникам. Здесь говорят про инсайдеров. Давайте начинать. Как мы с вами ожидали, рынок пошел корректироваться по оставленным заранее следам. На прошлой неделе мы с вами обозначили фильтр. Вот этот день безоткатный, в нем впоследствии возникла точка в качестве нового условия и сформировала уровень позитива на дневном графике. Сегодня на открытии рынка уровень позитива 2661 был пробит. Здесь формируется, судя по всему, новый триггер. Дальше вопрос, на который нам нужно ответить. Продолжится ли импульс? Как мы это поймем? Для того, чтобы не ошибиться, будем использовать тренд, который подходит под все предыдущие. Как вы понимаете, я его уже заранее приготовил. Вот такой вот дневной тренд. Давайте сразу примерим. Здесь подходит, здесь тоже подходит, здесь подходит. Здесь подходит, ну и в любом другом месте цена двигается плюс-минус похожим образом. Смысл в том, что импульс развивается до тех пор, пока не восстановился баланс спроса и предложения. Как только он восстанавливается, продавцов становится достаточно, линия пересекается. И в любом месте мы можем поставить. В этой же цене потом формируется еще и уровень. Но это так, для справки. Будем использовать его и сейчас. Итак, уровень позитива дневной 2661 пробит, поставим вспомогательную линию рядышком и сместим ровно на одну свечу направо. Как только этот тренд будет пересечен, либо таким образом, либо таким, мы можем говорить о том, что продавцов снова становится достаточно. Кроме того, сегодняшний день имеет ключевое значение. Если мы увидим, что и завтра цены растут, то это тоже триггер без отката, который, как вы понимаете, цепляется за предыдущий. Если все так, можем делать гипотезу о том, что уровень 2661 будет протестирован и торговать это более уверенно. Если мы хотим торговать это менее уверенно, то можем ожидать теста сразу после обновления максимума, который завтра произойдет или не произойдет. И отмена этого позитива, как вы понимаете, ниже уровня 2661. Ну и возьмем открытие сегодняшнего дня для уверенности. То есть отъели этот день, который пробивает ближайший след в обратную сторону. Ну, все, значит, приехали. Кроме того, мы с вами обозначали цели внизу, возможные в качестве максимальных. Но туда цены не дошли. Здесь у нас триггер без отката на крупном графике один месяц. Немножко не дотянулись, чего-то не хватило. Ладно, хорошо, значит, уровень негатива там тоже не сформирован. В качестве уровня сопротивления, который нам предстоит встретить по дороге, ближайший это 2740.99. Следующий за ним находится очень-очень далеко. О нем пока говорить не приходится. Ну и проход уровня 2740. Если мы его пройдем, это дополнительный позитивный признак для нашего рынка. Хорошо, если закрепляемся выше 2661, обновляем максимум, буду подтягивать стопы по бумагам, которые удалось вовремя купить, и ожидать тест этого уровня позитива в будущем. Индекс РТС. Мы с вами говорили о том, что раз уж мы сюда каким-то образом пришли, значит, оставили следы. И вот они, дневной триггер без отката. В нем, так же как по индексу Мосбиржи, была сформирована видимая точка, что является новым условием для шортистов. И, конечно же, формирует уровень позитива. Его цены пока не пересекали. Ладно, хорошо. Итого, будет пробитие, стало быть, позитив, обновление максимума, значит, можно рассматривать тест. Если тест вдруг оказался неудачным, покупка волатильности, ежели она находится на уровнях средней и ниже, и контрольные отметки 100, 180 и 90-640 будут пробиты, можно будет построить новые уровни. Реализация во многом будет зависеть от ситуации в рублях и в акциях, конечно. Рубль. Будем рассматривать сентябрьский фьючерс. Здесь есть на что обратить внимание. А точнее не здесь, а на расчетном курсе. Некоторое время назад я вам говорил о том, что формируется расхождение. Расчетный курс через юань двигается в одну сторону, курс Банка России через сайт Банка России двигается в другую сторону. На прошлой неделе это расхождение внезапно начало схлопываться. Мы видим, что все это дело сошлось более-менее на одних уровнях. И должна быть какая-то причина, как вы понимаете. Причина оказалась на денежном рынке. Вдруг откуда-то образовался дефицит ликвидности. Пока неизвестно откуда, но я думаю, во всем разберутся. Не может же это быть рукотворный кризис, как было с СВБ банком. Да? Что произошло? Стоимость денег обеспеченных, то есть ставка Росфар, внезапно подросла на китайские юани и достигала в моменте 4 сентября 212% годовых. У нас 220 торговых дней, то есть это примерно 1% в день, что очень много. То есть если вы хотите перекредитовать в юанях по каким-то причинам на ночь, на две, на три, на день,
Вот, то стоить это будет ни много ни мало 200% годовых. Но сейчас ситуация уже стабилизировалась и составляет 21%, уже 20% годовых. И это в юанях. Понимаете, в чем дело? То есть не в рублях, в юанях. Конечно же, от этого тут же появился некоторый спрос на эти самые юани и отсутствие спроса на российские рубли. То есть банки, не будь дураками, перестали держать деньги в облигациях, часть этих облигаций продали, рубли, соответственно, тоже продали, пошли заключать сделки с центральным контрагентом в юанях под 20% на сегодня годовых, не будь дураками. И разница удивительно схлопнулась. Но все дело в том, что кризис ликвидности сам по себе возникнуть, ну, как правило, не умеет. Либо есть очень важные причины, фундаментальные на это, либо ему помогают возникнуть. Развилок других здесь не существует. Исходя из этого, будем понимать, что пока ставка остается больше, чем было до падения рубля было 7-8% годовых, сейчас 20%. Вот пока она остается на этих значениях, рубль у нас будет оставаться под давлением по этим самым причинам. Но, кроме того, надо понимать, что все это происходит ближе к заседанию Центрального банка Российской Федерации, которое будет 13 сентября. И есть у меня мысли, которые... Хоть я и не хочу, но подталкивает меня к тому, что это не просто так. Ну, не может так совпасть по датам кризис ликвидности и заседания Банка России. Поэтому буду очень внимательно смотреть, что происходит на рынке, прислушиваться, возможно, даже к тому, что говорят, вот, и не делать долгосрочных прогнозов. Ситуация может быть неожиданной, может начать развиваться не в рамках существующих на сегодня прогнозов, то есть что-то может пойти совсем по другому пути. Вот в чем дело. Ну, будем наблюдать. И на всякий случай подстрахуйте себя от того, чтобы держать деньги в разного рода сомнительных инструментах или организациях. Напомню, когда в Штатах развивался кризис ликвидности в 2023 году, у них лег один из коммерческих банков, СВБ банк, надеюсь, вы не забыли. Не хотелось бы чего-то подобного прогнозировать, но предостеречь, я думаю, не помешает. Что касается разметки на сентябрьских фьючах, неделю назад мы с вами говорили про уровень негатива, который был пробит на этих самых часовиках, следующий достигнут не мог. Тест штатным я назвать не могу, потому что до этого сначала около нулевая точка присутствовала, потом со второго раза еще и пробили. Ну, после всех этих манипуляций, мы с вами говорили на прошлой неделе, нужно было бы купить волатильность, потому что цены здесь не останутся. Что они и сделали? Цены не остались, движение случилось. Но надо отдать должное, там не было нормальных сроков, в которых это хотелось бы покупать, потому что в сентябрьских опционах остается 10 дней до исполнения, а в октябрьских никого нет. То есть эту идею невозможно было реализовать, хоть оно и выглядит на графике красиво. Такое тоже бывает. И мы должны это проговаривать, а то может показаться вдруг, что ага, вот он попался. Но нет, рынок находчивый. Ладно, пока индикаторы денежного рынка показывают высокие ставки рубль под давлением. Если пробьем контрольную отметку, там останемся, буду искать уровни. Внизу есть кое-какой триггер, не крупный. Посматривать буду, что с этим делать, пока что не ясно. 4 часа график, все-таки успеет он сходить туда до Банка России, до заседания, или не успеет, тоже непонятно. В общем, в фокусе внимания контрольная отметка, уровень негатива 87.33, но очень далеко, и пока что на этом все. Десятилетки. На фьючах сформирован уровень негатива на прошлой неделе, вон он где находится. Ориентиры крупного товарища в опционах не изменились, контрольные отметки не пробиты. Посмотрим, как будет здесь торговаться. Допускаю покупку волатильности, допускаю торговлю на понижение, если пробитие меня полностью устроить. Брать 4 часа. В опционах давайте вспомним, какие ориентиры у нашего крупного товарища. Была покупка волатильности вот здесь, в этих сроках. В октябрьских исполняется 19 сентября. Нельзя сказать, что быстро двигаются цены. И, скорее всего, чайка 117, 116, 111. Поэтому измениться может ситуация здесь и здесь. Ладно, буду ждать пробития уровня негатива, либо контроля отметок. Индекс S&P 500. На прошлой неделе был пробит уровень негатива, который мы обозначили 5438 с обратной стороны, протестирован не был. Нет штатного теста. Остановились там, где до этого был дневной уровень позитива, который выступил в качестве фильтра. И на этом пока что все. Наверху следы подпорчены. Видим с около нулевыми точками. Нам такое не нравится. Контрольные отметки расставлены широко. И ладно бы это, у нас 10 дней на переходный период. То есть сейчас ликвидность будет переходить с сентябрьских фьючей на декабрьские. Ну ладно, подожду, сформируется ли какая-то встречная амплитуда. Если так, переставлю контрольную отметку поближе и уже буду пережидать переход с графиком базового актива. И буду смотреть за портфелями крупных товарищей, ежели такие появятся. Сырая нефть марки WTI. На прошлой неделе были оттоки путов, кое-какие реверсные сделки. Закрыли путы, открыли колы в разных сериях. Я воспринимаю это как сентимент. Но пока что ни разу не увидел его подтверждения. Для меня сентимент начнет подтверждаться вот на этом уровне 71.44, уровень позитива. То есть, если мы туда пойдем, и оно будет пробито, здорово, прекрасно, можно с этим работать. Буду торговать тест, то есть дождусь пробития, дождусь обновления максимума и возьму тест. На часть объема, на вторую часть объема куплю здесь волатильность, потому что это будет видимый уровень после его ложного пробоя, если сентимент сработает. Если сентимент не сработает, мы туда просто не пойдем, будем двигаться дальше
вниз. В случае сценария дальше вниз, целью этого снижения будет выступать 65-й страйк на декабрь 24-го фьючерс. Там будем посмотреть, то есть ловля ножа, это совершенно дурацкая затея здесь, но это ликвидный крупный страйк, конвексити будет замедлять рынок, будем смотреть, как это выглядит, присутствуют ли какие-то паттерны, которые помогут нам понять, что цены идут дальше вниз, ну или не идут дальше вниз. Хорошо, итого, сентимент присутствует, если идем наверх, понимать, я начинаю это вот здесь, 71.44, если мы наверх не идем, ну значит и войти в сторону этого сентимента не получится, идем до 65-го страйка на декабрь. Здесь мы с вами говорили о том, что модели нет, рыночной нейтрального от границ, было бы интересно поторговать, что я и сделал на прошлой неделе, на видео вам покупал волатильность. Природный газ, старые модели разрушены, там, где мы с вами выделили триггер без отката, был сформирован максимум, это действительно так, но пробитие штатного не произошло, то есть случилась манипуляция, и мы от него резко ретировались куда-то, что, в принципе, бывает на таких уровнях. Ну ладно, контрольные отметки остаются те же самые, внутри пока что ничего нет. Ничего я здесь не наблюдаю. Может быть, сформируется. И ориентиры для меня круглые страйки. На прошлом обзоре я вам об этом говорил. Можете вернуться, посмотреть, какие именно. Золото. Уровень негатива не был пробит на прошлой неделе. 2471. Несколько раз к нему подходили в силу такой активности вокруг него. Говорить это следовало бы с осторожностью. Потому что раньше это просто было новое условие. Теперь это, извините, видимый уровень, который еще и привязан к розничным торговцам. Ну, такое. Внизу 2408 далековато пока что. Нет планов, чего буду там делать. А цели наверху тоже присутствуют, но они долгосрочные. Как туда заходить при таком рынке, тоже пока непонятно. В общем и целом, пока что ставлю золото на паузу до выхода вот из этого диапазона. Когда мы из него выберемся, вверх-вниз, неважно. Буду смотреть, как именно, чего происходит, и делать уже какие-то ориентиры и разметку под это. Вопросы, которые вы задавали в комментариях к предыдущему обзору. Здравствуйте. На каком месте сейчас для вас криптовалюты? Я бы в целом по рынкам разделил крипторынок, наш рынок и тамошние семьи. Давайте вот так вот. На первом месте, конечно, наш рынок, потому что это свой контур. Здесь, по крайней мере, пока риски блокировок не самые высокие. Хотя они присутствуют везде, конечно же. Криптовалюты я бы поставил на второе место, на третье место поставил семьи, потому что по криптовалютам, ну, есть пока что различные инструменты, как можно вовремя убегать от блокировок. Единственное, что может пойти не так, это банкротство биржи. Вот поэтому от этого тоже надо защищаться, понимая, сколько денег мы там можем или не можем держать. Вот, в случае CME блокировка, скорее всего, 100% состоится по еще не закрытым вариантам, как там участвует. Вот, поэтому я оставил просто годовую прибыль там и на нее работаю. Тело капитала выведено, и на годовую прибыль, соответственно, это другие риск-параметры, это другая капиталоемкость стратегии должна быть и так далее, и так далее. То есть очень много адаптации, очень много неудобств, ну и в целом торговать с пониманием, что рано или поздно деньги заблокируют. Такое себе. Поэтому внешние рынки пока что на третье место, наш рынок пока что на первое, и крипто рынки пока что на второе. Вот так для меня. Но эта ситуация поменяется, когда мы будем переходить к новому контексту, ближе к 2025 году. И там уже, соответственно, в полете будем решать, что делать теперь. Добрый день. Обратил внимание, что на 6 сентября Globex Trade Browser обрезал все крупные контракты. В газе самый крупный 500, в нефти 800 и так по всем поводырям. Ну или не обрезал, просто сбой. Скорее всего, просто сбой. Скорее всего, не те файлы загрузили. Такое бывает. Возможно, что даже поправят это дело, но это не точно. Вопрос. Как вы относитесь к конкурсам? Смотря каким. Финам открыл регистрацию на американский турнир Лига опционов. Он стартует 20 сентября. Не хотите поучаствовать? А в чем смысл участвовать в конкурсе на демо-деньга? Это не интересно. Так же, как LCI. Там заводим $1000 и работаем на всю ключу. Это тоже неинтересно. Вот. Если бы существовал конкурс от крупной суммы и на длинной дистанции, я бы с удовольствием туда сходил. Допустим, год-два дистанция и сумма хотя бы 1100 в долларах. Тогда было бы интересно. Здравствуйте. Если есть возможность, посмотрите, пожалуйста, доллар и японская иена или фьючерс на японскую иену. Возможность есть? Давайте посмотрим. В японской иене по фьючам у меня контрольные отметки 0.71-0.67. Внизу крупный дневной триггер. Если успеем на сентябрь сходить, но скорее всего не успеем. Топ уже не успели. На прошлой же неделе исполнены были сентябрьские. Ладно, давайте смотрим. На споте первое, что я бы отметил, то что здесь делать нечего при такой волатильности. Но это ладно, вы все равно не послушаете. Поэтому наверху 151.93 уровень сопротивления, 150.87. Здесь есть фильтрация по ТБУ. Здесь тоже есть фильтрация по подходит. Здесь есть тоже подходит. Внизу контрольная отметка. Пока не пробито. 140.23. Если будет пробито, то надо будет искать уровень сопротивления уже вот здесь. Это я бы переставил вот так. Контрольную отметку. То есть пойдет наверх искать уровень поддержки. Вот. И в японской иене здесь двойной риск блокировки ваших активов, потому что по ней я допускаю, что может дойти вплоть до локальной какой-то остановки торгов. Ненадолго, но остановки. И введение коридора со стороны Банка Японии, потому что для них это было бы удобным способом не отдавать огромные долги по неудобному курсу. Ну, был бы я Банк Японии, я бы задумался об этом. Спасибо за обзор. Отличная тема, когда рисуете, какую конструкцию будете ставить. Побольше бы такого.
Побольше такого вы можете увидеть на моем бусте. Ссылка есть в описании. Это мой блог, в котором я фиксирую какие-то исторические моменты, которые на рынке происходят, либо какие-то идеи для портфелей, которые пересекаются с крупными торговцами. Заходите, там интересно. Ильдар, график юаня может быть полезен. Ведь не из-за того, что в России как-то лучше или нет стало, то, что лучше не стало, так всю экономику уже ведут опять диверсанты из ЦБ. Здесь я в корне с вами не согласен абсолютно. Вот. Либо разберитесь все-таки, либо такие заявления лучше не делать. Поспособствовали разгону инфляционных ожиданий, а затем инфляции. Поспособствовала этому несогласованность ведомств. То есть ведомства работают в рассогласовании. Различные министерства. Они работают друг против друга. Они одной рукой эту инфляцию гасят, а другой разгоняют. А почему это происходит? Потому что китайские чиновники, они имеют уникальный талант в подкупе чиновников других стран, что и сделали во всем мире. И мы видим вот этот локальный, лютейший, давайте будем говорить, капец, по всему миру, не только лишь у нас. Поэтому я не согласен. Ну ладно, позже еще и бизнес от перекредитованности по плавающим ставкам начнет банкротиться. Котировки юаня удобнее для торговли. Его разновидности коррелируют на нашем рынке, Мосбирже, спот, фьюч, квартальный, вечный фьюч. И на Росфорексе у него спред существенно меньше. Давайте еще раз, вот я повторю, это точно, 100%. Игра с юанем плохо закончится. 100%. Я не буду продолжать это. Но точно не буду. Жаль, по золоту полная неясность. Пойдет наверх 2600 или вниз 2400. А зачем нам ясность? Мы за нее и не боролись никогда. Мы работаем с точками входа и с вероятностями, которые не были достигнуты. Сейчас цена в диапазоне. Мне зачем ванговать, куда она пойдет? Хайп не интересует. Если разговор об этом. Есть факты, с ними работаем. Знаете, есть огромная разница. Есть, конечно, куча каналов, где вам скажут, куда пойдет золото. Иногда даже будут угадывать. И вы можете пойти посмотреть там. Там все расскажут. Вот. Если посмотреть, допустим, мой телеграм-канал, то там, как правило, вообще никакого спама нет. Вообще никакого. Там нет никаких лишних сообщений. Но если Ильдар написал, допустим, там, нефть, готовимся, жахнет. Значит, готовимся, значит, действительно жахнет. Ну, да, не каждый день, да, вам не будут там стрелочки рисовать, что сегодня вверх, завтра вниз. Нет, но будут по делу и вовремя. Вот. Поэтому подумайте еще раз, действительно ли там неясность, или может быть ожидания какие-то искаженные у вас. Делайте, пожалуйста, обзор эфира и биткоина. У меня на бусте идет сбор на добавление биткоина в обзор. Вот. Пока идет, пока не собрали. Плюс юаню точно не поставить, можно только жирный минус. Наверное, но мы посмотрим, время покажет. Не сторонник просто так говорить. Ладно, все получается на этом. Спасибо всем, кто смог досмотреть этот обзор до конца. Хорошей вам торговой недели. Будем оставаться на связи. Будьте здоровы. Пока-пока.